Ну вот, вспышка выключена. Все видно, да? Как машинку у нас побило. Так, а я вот, допустим, вижу в цвете желто-бело-серые полоски, я имею в виду лампы. А экран передает почему-то без цвета, заливает. Сейчас попробуем, если получится, ее вот как-то пригасить, что ли, чуть вот так вот. А вот и видно. Теперь не заливает. Вот теперь нам видно в лампе. Ну вот так вот примерно выглядит крыша. Вот руками. Вот такая вот зона ремонта. И она тут такая не одна. Такой красоты тут хватает. Вот, так что есть чем позаниматься. Вот метальчик на крыше, во всяком случае, я попробовал, очень капризный. Вот. Он при малейшем давлении уходит в накол, поэтому будем работать не спеша, дабы потом не было обидно, что поспешил. Ну ладно, хватит снимать вмятины, поработать. Сейчас будет небольшой анонсик. Вот вмятинка видна, да, одна осталась. Здесь уже почистилась. Вот почему-то такая. Приезжают машинки, одна для девочек машинка, вторая, то же самое, Nissan Juke, девочка ездит, пострадавшая от града. Ну здесь, как мы можем видеть, такие блямбушки крупные и неприятные, но немножко, 7-8 таких неприятных крупных мелочевка, это от камня. Видно, пробило. Вот, мы видим тут. В этом ке нет краски, лак здесь лопнул. Поэтому сюда лучше не лазить. Вот, а в остальном машинка целая, аккуратная. Вот анонсик у нас. Вот уже левую сторону практически почистил. Остались вот тут чуть-чуть. Вот. Такие не очень большие, но все-таки. А эта сторона еще дрын-дрын-дрын. Вот интересное место у нас попалось. Выше. Что самое печальное, вот так вот, вот до сюда вот, вот так, у нас вот так. Половина вот этого вот участка закрывает вот так вот жесткость. Вот. Ну, как бы и не такое попадалось. Ну, сами понимаете, вот этот вот тоже не добавляет шарма. Вот заломчик фактически на жесткости, на ребре. Вот, будем потихоньку. Таких мест у нас около 4 на этой крыше. Так что еще предстоит поработать. Я решил вот эти две маленькие вмятинки сразу взять, чтобы, как говорится, под ногами не мешались. И, в общем-то, посмотреть, как оно тут дышит это место. Вот. Можно его там клеем поднимать или крючком, или как. Вот. И вообще интересный момент. Вот здесь вот
Сейчас я покажу. Тут усилитель. Вот. Не видно. Из-под которого интересно, он тут вот до сюда, под который надо вот такие обратные крючки делать, чтобы обратно можно было ими тут шевелить вмятины. Вот по типу вот такой. Но это видео будет чуть подальше. А по что воюем с ямками? Вот, повыдергивали. Вот они. Видны шишечки. Пара. И вот третья. И вот так у нас дышит эта часть. И сейчас попытаемся чуть приподнять. То есть сейчас попытаюсь клеем поприподнимать, потом видно, что дальше. Естественно, что перед этим я потихонечку поразбивал чуть-чуть, чтобы чуть приподнять. То есть чуть бил, чуть поднял, чуть разбил, чуть поднял. И я смотрю, где разбивать, потому что как бы это все изменяется. Вот такая вот картина. После первых цмыканий клеем. Вот, что у нас получилось. Вот шишка выдернута. И вот, две маленьких, это больше. Вот, сейчас займемся вот этими двумя ямами. Потихоньку их будем распрямлять, потому что, собственно, вся ремонта, она вот такой вот большой участок. Тут все неровно, неспокойно. Где-то шишки, где-то ямы. Поэтому ее практически чуть-чуть по чуть-чуть лучше вынимать всю сразу. А иначе удачи не видать. Вот наши вмятинки. Прикрытые грибками, их как будто и нет. Вот такая вот басня. Сейчас будем дергать и опять выбивать.